Мы держим путь в Лидл. Там сегодня новая неделя Делюкс. Еще немного осталось, и будем там. Каролина боится, что мы не успеем. Уже тут трамваи. Чтобы вы понимали, каждую минуту едут. Каждую минуту. А пока переходили, это уже третий. Удивительно. Не знаю, что за пряня. Вниз, вниз вот куда-то. Да, пряня. Вон он. Ну, какие цветочки. Орхидеи по 40 трилея. А здесь есть тыковки. Какие красивые тыковки. Хочешь взять для тыковки тыковочку? Нет, мы не взяли с собой блендер. Жалко. Есть такое яблоко, есть такой. Ананас. А, манго. Манго, яблоко. Есть лимон. Нет, это апельсин и манго. Нет, это не манго. Манго написано, манго. Смотри. Вот. Вот. Вижу. Вот такой еще. Апельсин, да. И граммофрукт. Да. Вот такой. Ты выбрала такой? Да, мой любимый. Будем с папой пить. Смотри, какая неделя, Каролина. Делюкс, я вижу. Наши любимые. Это не ваше. Вот ваше. Вот ваше. Вот. И вот эти. Это... А, мы такой не пробуем. Ну, мы попробуем, давай. Это я донагибля. Да, клади. Первого. Наверное, еще возьмем. Чего это? Ты как мы донесем это все? Анде, посмотри, что это. Королевский сыр. Да, какой-то сыр. Типа Филадельфия. Мама, тут камамбир. А вот это что? А, пармезан. Ну, можно взять пармезан. Давай возьмем пармезан тоже. Огромная копытца с хамоном. Столей. Масло. У нас такое дома есть масло. Что еще? Тортики. Десерты. Как колбаска есть? Можно попробовать. О, вот хамон мы точно возьмем. Две пачки сразу. Сначала попробуем, какой он. Что они все разные. Хамон. Так, смотри. Еще масла разные. С орешками. Интересно. С макадамией, лесным. Мама, и греческим. Смотри, кексики. Кексики, да, с вижу. С кокосовой сушкой. Какая-то паста. Не знаю, на хлеб. Томатная паста разная. С... Спагетти. Чем она отличается? Спагетти. Вайн. А вот красная. Мама, тут спагетти с мятой. Да, точно. Нет, с лавровым листом. А это с перчиком. Чили? По 10 лей. Да, это острый. Нут. 16 лей. А мы в прошлом году такое пробовали. Ну, перчики, баклажаны, типа сате такое. Посмотрите на этот размер оливок. Просто огромные. Посмотрите на мой палец и на эти оливки. Ой, разных цветов есть такие, такие. И вот эти, кстати, вытянутые, а эти больше круглые. Так, что еще тут есть?
он еще какие-то спагетти внутри мяса. Смотри. Каперсы. Я не знаю, в холодильнике ставьте. Для пасты что-то. Так, что тут у нас? Крем-соус для... Ага, для спагетти. С пармезаном. Трюфелем написано. Ой, вот так вот. 16 ли с пармезаном и трюфелем, а вот такая обычная 10. Вот соль есть. А вот здесь у них, мы тоже как-то брали соль розовую, она классная. Такая это что такое? Что это, что это? Может, еще нашел орешки? Это помидорки или перчики? Не знаю. Перчики. О, они без воды? Лесные орешки. Мне кажется, это по типу как... Чернослив? Нет, как курага. Надо будет потом прийти с папой и попробовать, потому что это очень тяжелые банки. Мы вдвоем с тобой не унесем. Угу. Там такие сладости есть. Мы пробовали какую-то из этих белых в прошлом году. Было очень вкусно. Макароны? Чай. Типа макароны, да? Да, это чтобы туда фарш. Как они там? Пачери? Нет, они-то по-другому на итальянском называются. Спагетти? Нет, нет. Паста? Нет. Паста? Кто знает, кто помнит, напишите в комментариях. Натуральные чипсы. Попробуем? Возьмем, попробуем? Да. А давай переведем, с чем это сначала. Так, я перевела. Это... овощные чипсы с солью. Пробовать не будем. Вот это не знаю, что такое. Масляные, какие-то карамельные вкусняшки. Вот они. Ага, есть синие пачки, а есть красные. Ага. Ну, это интересно. Может, возьмем, попробуем? По 10 лей. А еще такие есть. Печеньки ореховые. Ликер. О, панеттоны появились. Пасха. И мы покупали вот такой чай. У меня он до сих пор есть дома в Одессе. С апельсином такой. И еще там какой-то был новогодний. С корицей. Очень вкусный. Смотри. Наши любимые. Посмотри. Наши любимые. А, мы несколько лет уже их заказываем. Через посредников. На, бери. Что это еще? Это вкусные конфетки. Не, шоколадные не очень. Так, есть еще такие. Таких раньше не было. Латте, нет, это с кофе, мы такого не будем. Вот эти вот, Ви, забирай. Это вообще какой вкус? У меня хорошие даты. Да, апельсин. Угу. До 30-го, аж 03-го. У всех одинаковые, да? По 30 лей. У них тут тоже продается курага, потом слайсы яблочка, ой, слайсы банана. Что тут еще есть? Папайя. Зелененькая ананаса по 20 лей. Можно, в принципе, взять, наверное. Хотя вряд ли Карлина такое будет. Но можно пробовать. С яблочком. Ну там прям такие. Ой, они такие крупные. Вот я держу, прям крупные. Не, Карлина не будет. Я ее знаю. Что там? Новая коллекция. Фигура святища и темно светит. Ага, может, ты на болгарском читаешь. Фигура святища в темно. В темноте светится, обозначают. Новая коллекция. Угу. Можно ручку прицепить, можно на айфон. Это для мальчиков. Надо найти вообще для девочек. Да, и тут три штучки. Да, три штуки за 15 лей. Неплохо. Няшка. Можно взять?
Возьми только, которая не открытая. Это открытая. Возьми другую. Ага, возьмем более половину скрытую. Так и достала, да? А я прошла, думала, вдруг ты не заметила. Мы такую штуку нашли, не можем вообще понять, что это такое. Тут делаешь задание, что шарик попал на эти кружочки. Не знаю. Ну ладно, странная какая-то игра. Качели. Да. Давай скажем, сколько такая качель стоит. И мы видели ее распечатанную в Болгарии. Она хорошего качества. Где цена? Цена 75 лир. Умножаем на 9, получаем в гривне. Вот столько стоит огромная классная качеля. Так, мы подошли к морозилкам. Какие-то или супчики, или что это. Я так поняла, что это супчик замороженный. Лосось. А, нет, тунец написано. Тунец сколько? 23 лея. Какие-то шоколадные фонданы. Так, что тут у нас? Рыбка какая-то. Филе. Микс грибочков разный, овощи разные. Так, но это уже не делюкс, вот делюкс. Что там, Каролина? Хэллоуинскую опять нашла. Я нашла вот эти. Мы помнишь, что мы да, брали? Да, раньше вкусные они были, когда мы брали. Мы возьмем мак. Есть грибная пицца делюкс по 17 лей. Потом картошка. Мы только в прошлом году картошку брали. Ее очень тяжело жарить. Ее нужно вот обжарить и потом в духовке еще запекать, чтобы она внутри вся приготовилась. Какие-то типа кексы. 4 штучки с овощами. Лангустины. Так, а лангустины по 140 лей. Сколько там штук, интересно? 2 килограмма. Тортик. Тортики замороженные. Потом есть такая какая... Ну, давай посмотрим. За 40 лей. Это чтобы запекать. Рыбный рулет. Интересно. Разобрали, видите, 2 штучки только осталось. Видно, они любят такое. Да, у нас есть пицца в холодильнике. Мы в прошлый раз его брали. Так, я еще хочу кольца кальмаров купить. Но не помню, какие мы... Ну, тут только 5 штучек, они большие. А мы брали другую. Где же ее найти? Ой. Мы пока ходили кругами, нашли еще печеньки апельсиновые в шоколаде. Но это точно должно быть очень вкусно. Я вообще люблю апельсин, шоколад, вот это вот все. И вот эти вот конфетки, которые мы взяли, это апельсин с шоколадом. Это оранж. Это очень вкусно. Жалко, что у него срок годности до 3-го месяца. Я бы понабирала даже на подарки. Но ладно, может повезет и будет потом следующая акция. К тому времени перед отъездом мы возьмем свежие. Очень красивые тут стаканы. 40 лей, целый набор. Были бы дома, я бы взяла. Ой, ладно, вот так покажу. 6 штук, радужные. Очень красиво это все смотрится. Еще такие бокалы есть. Вау. Вау, вау, вау. Это не только бокалы, это тоже есть. Такие стаканы. 25 лей. Хочешь взять? А, я так поняла, что это все 25. Что бокалы, что стаканы. Еще есть темные. Вот, один. Вот такие. Красиво, красиво. Такие стаканы. Большие.
по 25 лей. Тут даже напиток целый. Вот такие вот. Но это, конечно, 40, там еще штук. И вот такие есть бокалы. Бокалов сколько? По 4 штуки, по-моему, да, в коробке, да, по 4. Такие вот, они такие тяжелые. По 25. По 4 штуки. Я еще взяла вот эти вот с креветочками. Потому что в журнале они есть, а его нигде не выставлено. Попросила мужчину, чтобы он вынес. Он с морозилки вынес. Так что у нас теперь такие еще есть. Это очень вкусно. Не цену не знаю еще, но это очень вкусно. Уговариваю расстроенного ребенка взять такое мороженое с карамелькой. Еще возле касс, вот Каролина ждет, нашли вот такие пироженки, разные эклерчики, ой, с трубочкой такие, клубничные, манго, такие огромные макаронцы. И тортики есть. Вкусняшки. Но тортики тут довольно-таки дорогие. Все на цену за тортик. Сколько здесь? 1250 грамм. Но тортики не дешевые. Ребяточки, мы сегодня были в Lidl. И давайте посмотрим, что мы там купили. Так, первая у нас вот такая тыковка. Видите? Второе. Такая водичка алоэ вера. Пончик маме, мама девчонка. У меня Олео. Такой напиток. Сейчас два напитка идут. Слаймом с лимоном. Достаем. Вот такой мой любимый яблочный напиток. Что у нас еще? Это я понимаю. Шоколадки на вкус апельсина. Это трубочки наши любимые. Так. Еще. Так. Ой, гад, креветки. Раз. Два. Вот такие печеньки. И что это? Карамельки, наверное. Точнее. Карамельки. Вот такие вкусняшки. Тоже карамель. И вот эта карамель, мама моя любимая. Мама коллекционирует вот эти баночки. Мороженое! Отдаюсь. Запотела. Давай следующее. Что там? Сыр королевский, да? Пармезан. Пармезан. Печеньки шоколадные. И еще вот эти три штуки уже. Бекон. Нет. Хамон. У нас 321 ром 27 копеек. Вот. Угу. И, ребяточки, у нас сегодня были такие классные продукты от Deluxe. И, ребяточки, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. Увидимся на новом ролике. Всем пока-пока. Это все мое дело. Мороженка. И, ребяточки, ставьте лайки, подписывайтесь. Господи, нет. Давай еще раз. Опять грустит. Мало шоколада купили. Мало шоколада или мало мороженого? Или мало конфет? Конечно, креветки нам подогнали, вынесли наконец-то. Ау, поплачь.